як і обіцяла, до нашого ранкового ефіру вже долучилася Анна Демірполат, психологиня, сімейний психолог. Доброго ранку. І вже дивлячись сюжет, наші думки трішки і розділилися, і ні. Все ж таки, от статистика, я обіцяла глядачам, що згідно аналітикам, нещодавному опитуванню, романи 52% все ж таки трапляються у кожної людини в житті, таке поняття, як службові романи. А 23% взагалі вважають офіс найкращим місцем для знайомства. Ви що думаєте, Анна, чому виникають службові романи? Ну, в первую очередь, смотрите, возьмем так, да, то есть большой офис, я как системный семейный психолог, именно системный подчеркну, не могу не заметить некую семейность офиса. Правда? Ну, так вот, если большое взять какое-то село, там 20 хат, например, да, то есть, соответственно, все друг друга знают, и там начинает что-то происходить, какая-то большая связь, близкая связь. И офис тоже точно так же, да, люди общаются больше, люди знают друг друга лучше, и, соответственно, легче понимать человека, легче понимать, кто перед тобой, и, соответственно, здесь, конечно, могут возникнуть чувства. Если мы говорим, что мы ходим по улице, где мы абсолютно не контактируем практически, да, то есть где мы не можем друг друга узнать, соответственно, и контакт не может возникнуть настолько быстро. Ну, а через скільки може виникнути контакт? І якщо ми що говоримо не лише про офіси, там і лікарні, і школи, там теж є службові романи. Оскільки часу має відбутися, щоб помітити, що не байдуть? Ну, здесь взагалі нету ніяких границ на самом деле. Да, можна прийти перший раз на роботу, увидіти чоловіка і сразу же влюбитися. Ну, навіть так може бути. Ну, а переважно це ж закохані чоловіки і жінки. Які от стикаються з таким поняттям, як службовий роман. Чи ні? Значить, закохані? Заміжні чи одружені, вибачте. А, заміжні. Так. Ну, вообще, бывает абсолютно по-разному. Смотрите, если офис, это же такая система, как мы сравниваем с любой другой системой, да, школой там, или больницей. Есть кто-то замужем или женатый. Uh-huh. Вот, но здесь принципиально, в принципе, не разница, что так или так на самом деле, то, что это происходит. Uh-huh. То есть мы подвержены, что такое, да, любовь. То есть это в некотором смысле какой-то химический процесс, в некотором смысле это психологический процесс, да, то есть и поэтому человек может напоминать нам кого-то, и у нас уже возникают чувства. Конечно, это больше чаще происходит у людей, которые, скажем, ну, хотя тут можно, знаете, много гадать. Оно может возникнуть и у зрелого человека, и у незрелого человека. Это чувство приглянулся, присмотрелся, попадает человек, можно сказать, в ту категорию, которая вам нравится. Uh-huh. Да, то есть соответствуют какие-то качества, даже просто внешние сначала, и потом с этого может все начаться. Что потрібно знати, перш ніж вступати в такі відносини з колегами на роботі? Вот, вот здесь вот, конечно, особенные правила игры. Да, потому что это все-таки определенный микросоциум, да, работа, как и маленькое селышко. Да, там много соседей, да, которые все видят и все знают. Да? И яким дуже цікаво спостерігати за тим, что відбувається. Да, но на самом деле здесь опять же зависит от уровня осознанности тех людей, которые входят в такой служебный роман. Да, с одной стороны, есть социальные рамки, что это может мешать работе, может быть какой-то начальник, который не приветствует служебный роман. Да, то есть или приветствуют наоборот, но все может абсолютно быть по-разному, да? Вот. То есть здесь нужно понимать, что социальные рамки все равно какие-то остаются, но мы в то же время в любом микросоциуме остаемся людьми, да? То есть и мы можем полюбить, разве что здесь в этом плохого. Единственное, как мы будем справляться с последствиями, да? Насколько мы относимся к социальному мнению трагично, например, да, что обо мне подумают, как обо мне скажут коллеги. Кроме того, почему эти романы все сначала такие вот бурные, да, сначала идет очень сильный гормональный всплеск, и когда такие вот страсти на месте, где, в принципе, предусмотрено абсолютно другое назначение, да, цель, работа. Працювати, да, нужно работать, то здесь, конечно, нужно выдерживать определенные рамки, потому что здесь должна происходить работа. Если ваш роман занимать будет больше времени, чем ваша работа, соответственно, у вас есть определенные риски, нужно это учитывать, да. Вот. Но, тем не менее, вы знаете, если даже роман возникает и
здесь, ну, тоже нужно учитывать, что он уже может развиться, может не развиться этот роман, да? То есть может как-то так бурхливо народиться, так бурхливо и сгаснуть. Да, конечно, да. Вот, поэтому если я вхожу в этот роман, то есть, конечно, лучше какие-то меры безопасности себе сохранить, и для того, чтобы, может быть, пока понять друг друга, узнать друг друга, разобраться, какие мы. А потом эти отношения, в принципе, совершенно не вопрос, чтобы о них рассказать и вообще перейти в какую-то следующую стадию, например, уже создание семьи. Но это если так все, конечно, благополучно складывается. Ну, як би ж то так. Да, у нас є опитування, що думають про службовий роман миколаївці, так чи ні, і чи стикалися вони з таким поняттям. Давайте подивимося, потім продовжимо нашу розмову. Не знаю, я в такой работе работаю, что нормально ставлюсь. Ну, в принципе, нормально. Не знаю. Не приходилось, поэтому не знаю. По фильму, да, это, как говорится, интересно смотреть. А на жизни, как оно есть, неизвестно. Хорошо, что если он не женат или она не женатая, да, ну так, не замужем. А если оба, как говорится, имеют семьи, так это жесть, конечно. Вообще-то отрицательно. Ну, если в норме и не на работе, то почему бы нет? До служебных романов? Да я уже в таком возрасте, уже что уже какие романы, тем более у меня экипаж одни мужчины. Я уже давно не працюю и не знаю, какие это романы могут быть. Ну, я работала в институте, но у меня на кафедре такого не было. Может быть, на других кафедрах и было, я не интересовалась. Да. У мене не було, ну, було у моєї подруги. Розповісти? Ну, я, пожалуй, ставлю це в тайні. Я женився на служебний роман з жіною, познайомився в порту. Я на судні працювала, а вона в управлінні порта працювала. На Новий год, от на цьому річвокзалі, який тоді построїли, якраз зустрічали Новий год 2082. Звісно, 100%. В худшу сторону, якщо він розвалиться. Ну, если это вывести в общественность, то да. А если, конечно, это будет между парой, то может быть и нет. По законам Бога люди повинні вести себе як треба. Поважати один другого, не робити чогось такого, що може визвати неприємності, і жити так, щоб нарікань між жінкою і мною ніколи не було, і щоб діти були ж такими ж самими. Колектив є колектив. Нельзя, щоб в колективі от таке відбувало. Щось где-то нужно сделать в пользу товарища, который близок. Ну, так что так. У чоловіка є стимул, щоб щось краще робити. Ну, якщо, допустим, це простой рядовий робочий і начальник, то, ну, це як мінімум зависть і склоки. А так, в принципі, якщо між рядовими, чому б і ні? Ну, це ж хорошо, коли любов людей. Ну, ми почули різні думки, що це і погано, і треба поважати там Бога, навіть релігію торкнулися. І торкалися тему женатий, одружений. Як бути в цій ситуації? Тому що можуть виникати проблеми, правильно? Да. И вот это чаще всего как раз с этим и проблема, да, то есть, что вот он меня любит, жена, он уже давно там не хочет с ней быть, ну, то есть, это действительно не один такой клиентский случай. Да. Когда... То есть, у вас все нормально, так, практикуете, да? Да, конечно, это такая распространенная практика, вот, и тогда там, да, то есть, очень хочется продолжить этот роман, например, да, или даже есть такие случаи, когда, ну, я ничего такого сильно надолго не хочу, но каким-то образом, да, роман, атмосфера сближает, рабочий процесс сближает, лучше друг друга узнаем. И здесь тогда хорошо бы задуматься тем людям, которые попадают в такие ситуации, да, что такого происходит,
что вот служебный роман для меня становится каким-то очень значимым, да, у меня есть семья, а служебный роман, вот все, он прямо возгорается и возгорается, да, может там один, второй, третий, если на то пошло, да, может быть абсолютно по-разному, да, но в тех ситуациях, знаете, не раз, когда, ну, как психологи мы же видим, что происходит внутри, да, семьи, и действительно, если говорить серьезно, то семья так устроена, что если какие-то процессы, семья это, как, знаете, как некий организм, который постоянно развивается, и также происходят определенные циклы развития, да, то есть, например, прекрасно, конечно, когда жена только родила, например, да, то есть она сидит дома, соответственно, пока это кризис семейный, потому что ей нужно это все пройти, да, заниматься ребенком, там уже наводить красоту, да, да, это не так просто, и в этот момент, например, мужчина понимает, что с живой женой что-то не так, она не такая сексуальная, не такая привлекательная ему, да, то есть и вообще она какая-то вся занятая. А на работе такая гарная. А на работе весна, март, да, и такие красавицы вокруг, или, например, дети маленькие, да, и тут у меня столько возможностей, а с женой вот жалуется, да, мужчина, что, ну, что с ней делать, вот как ее убедить. Так что работает? Вот, конечно, здесь нужно понять, что нужно что-то делать в отношениях. Да, то есть то, что происходит именно на роман, да, то есть на самом деле это очень системная такая особенность семейная и вообще человеческая, да, что происходит? То есть происходит то, что внутри семьи начинает образовываться, кроме семьи, членов семьи, да, есть некое такое пространство эмоциональное, информационное мы его называем, да, там начинается образовываться некая как дыра, то есть некое напряжение, которое никак, вот, ну, то есть начинает накапливаться в семье, и это нормально, потому что каждая семья проходит циклы, то есть, да, как экономика растет, кризисы, это научно доказано, так и циклы в семье. Цикличность, да? Цикличность есть в любой системе, да, рост-спад, да. И вот нужно понимать, что каждая семья будет входить в такой этап, обязательно. Да, это, ну, практически, очень редко мы рождаемся прямо там молодые, очень зрелые, так хорошо нас вырастили, что мы готовы к зрелым таким отношениям, очень взрослым. Но... Я, например, даже так сказала бы, например, женщины, они почему-то не хотят выбирать мужчин, которые с мамами живут, да, но почему-то они активно соглашаются, выбирают себе мужчин, которые живут с женами. А в чем интересный момент? Если человек, мужчина, уходит из семьи, да, и у него зарождается роман, то есть таким образом, как он с вот этим напряжением, которое возникает, да, то есть, это напряжение требует своего выхода. Это в любой системе. То есть оно будет выходить, или, например, мужчина или женщина начнут возвращаться домой позже, или начнутся какие-то системные расслабления. Например, это можно за компьютером сидеть, да, или кто-то, может быть, ну, хуже того, начинает выпивать. С друзьями задерживаться. Ну, в общем, системное напряжение, которое накопилось, обязательно будет находить выход. Так вот, измена это, или, ну да, по сути, измена, как и служебный роман, может быть изменой, да, это системное напряжение, которое очень естественно, и риски появления этого есть в каждой семье, да. То есть, что такое, да, служебный роман? Это я системно встречаюсь, получаю какое-то удовольствие, снимаю напряжение. Вернулся в семью, все хорошо. И так вот мы и не хотим разводиться и продолжаем служебный роман, и нас все устраивает, да. Но проблема нарастает. Вот это вот напряжение, оно растет. Да? И поэтому очень важно разбираться, что за напряжение возникает в семье, работать над своими отношениями, выяснять, да, что у нас такого происходит, что со мной такое происходит. И чаще всего, ну, основная проблема в том, что тот, кто начинает, например, изменять, он думает, что, ну, или расслаблюсь ненадолго, да, то есть, или... А потом воно... Затянули, да, иногда действительно, да, оно может затянуть. Вообще есть такое еще понятие, любовница – это психотерапевт на стороне, да, ну, то есть это про то, что мы там дополучаем то общение, интересы, да, что-то новое, драйв, которое, естественно, в семье, естественным образом, каким-то, да, то есть в кризисных особых ситуациях или переходных этапах семьи спадает. Дивіться, ну, ви більше говорите, так що, чесно, більше про чоловічу сторону, а жінки теж можуть так само? Абсолютно, да, не будем никогда, ну, то есть выходить только в одну, да, в одну крайность, это все то же самое может происходить с женщиной, абсолютно. То есть это нет никакой разницы, кто находится на стороне этого служебного романа. Понимать то, что если у тебя есть семья, да, то есть и это всего лишь возможность закрыть, вот снять это напряжение, но это никак не про то, что ты изменишь что-то, да, то есть, ну, точнее, сможешь изменить что-то в своей семье. И, так, да. А чи є хеппі-енди? Чи є службові романи зі щасливим кінцем?
Ну, вот я хочу коротко договорить. Добро, да? Ведь все-таки это вот если отношения с женщиной, да, когда у тебя есть, например, жена, ну, я уже этот пример как бы взяла, да, то это все-таки как отношения дома, по сути, остаются родительско-детские. То есть, да, на самом деле там люди с незрелой психикой, то есть они не могут разобраться с этим напряжением, да, то есть играют очень часто роли там родительско-детские. Или жена там, да, которая всем управляет, или наоборот, я папочка, которая все даю семье своей. Вот здесь хорошо бы разобраться. И поэтому я перехожу в какие-то отношения, как будто, мне кажется, женско-мужские. Но на самом деле я буду выстраивать такую же модель, если она у меня была здесь. Насчет счастливых концов, да, то есть окончания таких романов. И вы имеете в виду, если они тоже были женаты или замужні? Так, і от чи може цей службовий роман прирости потім в щасливе кохане подружжя? Это большой труд. Такі... Это так. Большой труд. Естественно, если отношения, бывают такі ситуації, когда в сім'ї отношения, ну, очень сложно перестроить, да, то есть, когда этот процесс уже становится настолько изматывающим, что в сім'ї страдают всі. Страдают дети, и в принципе тогда очень естественно, что может возникнуть служебный роман. Но если человек приложил труд и осознает, что просто я здесь вкладываю все, и я здесь бессилен как бы уже с этой ситуацией, да, справиться, что другой человек не хочет расти и развиваться, и это как раз и риск, и это как раз задача каждой семьи, да, то я не говорю за, как бы, да, да что это то, вот, нет, да, я всегда за то, чтобы трудиться, так, да, над отношениями, но это может случиться, и к этому надо быть готовой каждой семье, для, и как раз делать все, чтобы сохранить свою семью. Так, ну, я думаю, що на цій ноті ми завершимо. Бережіть свою родину, не піддавайтеся зайвий раз, напевно, на емоції, розбирайтеся у проблемах своєї родини і намагайтеся її зберегти, тому що зруйнувати легко, а побудувати дуже складно. Дякую вам. Щиро, Анна Демір-Палат, психолог, була у нас в гостях.